Всем привет, мои пожилые окуни! С вами снова я, Анимань, и сегодня у нас 10 лайфхаков, если ты рэпер. Поехали! Заставка! Анимань говно! А для начала реклама. Вероятно, что 10 лайфхаков для рэперов смотрят сами рэперы. И для вас, мои пожилые пирожки, есть предложение. Я занимаюсь созданием битов и сведением треков на заказ. Также у меня скоро выйдет пак на 100 работ, где каждый найдет для себя свой самый любимый биточек. Все ссылки и подробности в описании. Первый лайфхак. Если вы рэпер, но у вас нету дредов и ваши одноклассники вас дразнят, то нам понадобится клубок пожилой пряжи для вязания носочков. Причем косички можно разных цветов и вязываем их в ваши волосы. А если вы оксимирон, то приклеивайте их на термоклей. Все, теперь у вас офигеть какие дреды, и вы можете хвастаться в школе. Только не попадитесь на глаза гопникам. Лайфхак номер 2. А если после прослушивания ваших треков у вас начинает течь кровь из ушей? Хорошая музыка, только что-то кровь идет. То на время закройте уши руками и ногой. Попытайтесь выключить звук. Я твой брат, брат, а кто не брат, нет. Если у вас получилось, то у вас получилось. Номер 3. А вы хотите записывать рэп, но у вас нету хорошего микрофона, то просто возьмите Nokia и запишите на него звук. Что получилось? По-моему, получилось хорошо. Если ваши треки говно, а они точно попахивают какахами, и об этом говорят все, ваши друзья, приемные родители, то вы впадаете в депрессию. На это есть лайфхак. Для этого нам понадобится веревка и мыло. Уже угадали? Моем руки после ваших треков, предварительно их завязав. Теперь вы не сможете ни писать биты, ни записывать пожилой рэпчик. Все, сидите в подвале. Ля, пацаны, угадайте, кто чилит в подвале. Пожилой лайфхак номер 5. Вы пишете бит и сидите в противогазе, потому что от него неприятно пахнет какашками. Все очень легко и просто. Накиньте на мастер гудизер. Чё за хуйня? Сложно! Хуя, непонятно! Что это за хуйня? Не понимаю! Тогда вы будете получать кайф от того, что вы пишете биты на калькуляторе, и ваш древний ПК не выйдет больше одной дорожки. Это что за прикол вообще? Вообще, сука. Эх. Раз, два, шесть, семь. Ваша мамка не дает заниматься любимым делом и говорит, что рэп тебя не прокормит. Продайте бит за 50 рублей, и тогда вы поедете в детдом. 8. Ваши оценки по матишине соответствуют стандартам выдачи компьютера. Вырвите из дневника последний лист и вырезайте из него квадратики. И заклеивайте пятерки. Ой, рот математички. Все. Ваш друг говорит, что фейс говно. Для этого нам понадобится, как и в прошлый раз, веревка и мыло. Вымойте рот вашего друга, предварительно завяжите ему руки, чтобы не сопротивлялся. Также можно включить ему LG. Часто бывает, что лень записывать припев второй раз, то вам помогут горячие кнопки Ctrl-C и Ctrl-V. Это можно использовать не только на припевы. Если тебе понравился этот, по-моему, никому не нужный видос, или ты просто напряг свои баклажан и улыбнулся, то подписывайся и ставь варежку пальцем вверх, ну или просто вниз. Всем пока, мои дорогие окуни. Хорошая музыка, только что-то кровь идет.